Box сорта Yorlispreen Lavender, Yorlispreen Lavendure, выделяется на фоне других растений участка. Высота растения небольшая, не превышает 10 см. Стилист, стелющийся с короткими маленькими листочками. На их концах располагаются цветоносы с одним или двумя цветами. Диаметр одного цветка не превышает 2,5 см, а под их ковром оказывается совершенно не видно листьев. Получается, что растение выглядит совершенно иначе во время цветения. Разместить Phlox Yorlispreen Lavendure следует в дренированной почве, чтобы она была умеренно плодородной под открытым солнцем. Важно помнить, что из-за небольшой высоты флокс может погибнуть при подтоплении его талой водой, значит сажать его лучше на возвышенности. Флокс шиловидный Yorlispreen Lavendure — это травянистый высотой 5-10 см. Цветет растение в месяц май. Второй раз в году флокс цветет в месяц август. Окраска цветка лавандово-розовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.